Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Так получилось, что мы, в общем, поехали вдвоем с мужем. Много всего, ну, накупили всяких вкусностей, скажем так. Давно не были уже в магазине «Лента», потому что я все как-то заходила то в местный магазин, то еще в какой-то. Чек будет в конце видео. Давайте покажу, что купила. Итак, вот моя старшая девочка. Младшая пошла спать, да? Вот моя старшая девочка, красавица. Все проверила, как всегда. Давайте начнем немножко с бытовой химии. Значит, купила я вот такую штуку. Не знаю, хочу попробовать. Что-то у меня вот коту. Кошка нормально, а вот кот что-то у меня стал, да, прям шерстью у девочки. В общем, хочу попробовать. Не получится, какую-нибудь другую попробую купить. Вот многие из вас, кстати, мне рекомендовали именно такую типа пасты. В общем, напишите, как вы справляетесь. У меня вот первый год такая прям серьезная ситуация с котом. Правда, он у меня и цветы начал жевать. Ну, в общем, не знаю. В общем, попробуем и дать. Дальше я для младшей своей собачки взяла вот такие пеленочки. Кто смотрел мои предыдущие видео про собаку, обязательно посмотрите. Не совсем она, конечно, да, приучена у меня к пеленкам, но буду приучать. У меня и собачьи есть. Я еще взяла вот такие попробовать. 60 на 60. Взяла самые маленькие. Это как бы детские считаются пеленочки. Также взяла попробовать вот такую штучку для унитаза. Да. Единственное, что здесь, я так поняла, вот это сам держатель один. А это просто три сменных блока. Но у меня два санузла. Поэтому мне такая история не подойдет. И я еще взяла вот такой утенок. Мне кто-то из вас писал, что очень нравятся вот эти вот штучки именно от туалетного утенка. В общем, я, соответственно, взяла попробовать в этот раз. И здесь еще лентовская туалетная бумага. Давайте начнем, как всегда, с мяса рыбы. Взяла вот такой окорок. Он на самом деле был по 240, по-моему, с чем-то рублей была акция. В чеке должно быть видно. И смотрите, стали писать, кто изготовитель. Очень удивительно для меня. Вот, но это здорово, что пишут. Значит, свинина. И взяли мы форель карельскую. Карельская, кстати, хорошая форель. Вот, тоже видите, написано изготовитель, да? Вот, состав форель. То есть даже вот такие стали на чеках писать. Это на самом деле очень-очень радует. Вот такую целую взяли. Но мы ее не будем засаливать, мы ее на стейке пожарим. Вот, и здесь у меня полуфабрикаты. Сосиски, две упаковки. Почему две упаковки? Потому что там скидка была, если приобретаете две упаковки. Но так как я говорю, что я их замораживаю, потом на пиццу, но сосиски в тесте вообще отлично. Это у меня взял муж, селедочку. Может, селедку под шубой снова сделаю. Дальше здесь сыр, богатов гауда. Такой кусочек. Колбаску папа может. И еще муж взял вот такой бекон. Он был тоже со скидкой 300 с чем-то рублей. Дальше давайте молочные продукты. Два пакета молока. 2,5. Сметанка 15%. Дальше здесь у меня всякие вот такие вот, в общем, сырки. И еще вот такие трубочки. Тоже давно не покупала. Я решила взять. Ну, плюс тут такие дети у меня любят. И еще вот эти вот мои любимые. Картошка. Обожаю. Так, а мороженое решили с мужем тоже взять. Была скидка вот на это Экзо. Манго малина мы взяли. И вот такое Валио. Кстати, Валио очень вкусное тоже мороженое. Я взяла вот такую карамель. Вот. Здесь сливочный сыр плавленый. Чай Гринфилд. Обожаю вот этот чай. Именно вот этот вот. Голден, который. И всякое к чаю у нас здесь. Вот этот тортик снова взяла, медовик. Был, правда, только светлый. Темный, это который шоколадный. Мне нравится больше темный. Моим мальчикам нравится больше вот такой светлый. Ну, в общем, взяла одну коробочку к чаю. Отлично. Это у меня муж взял. Вот такие карамельки, они у нас лежат в машине. У меня и у мужа, потому что у меня младшего сыночка укачивает. И когда он сосет карамельку какую-то, то отлично. Так что это нам, мы с ним разделим в машину. Дальше взяла тоже мальчишек своих побаловать вот такие конфетки. Невский кондитер Мир Желе. Вот, то есть это какая-то желейка с
со вкусом разным. Тут груши, клубники, тоже меня любят. На пробу взяла вот такие еще конфетки. Буквально тут, как видите, чуть-чуть со вкусом баблгам. Вот эти, кстати, вкусные лентовские жевательные конфеты. Тоже очень понравились. ММДМки у меня здесь, круассаны и халва. Моя любимая, обожаю ее, поэтому взяла снова. Здесь еще хлеб Геркулес, обычный столовый каравай и батон «Наше солнышко». Дальше, здесь у меня напитки, была еще где-то миринда, у меня кто-то ее уже утащил. Это мой муж очень любит всякие лимонады, поэтому ну, ничего с этим поделать не могу. Взял вот такой Швепс, вот такой еще и мажитель. Ананас, манго, сок томатный, это тоже обожает мой муж, томатные, овощные соки, вот такие он очень любит. Но это у меня уже дети больше, виноград и гранатовый я очень люблю. Вот эти маленькие я взяла, сейчас, правда, каникулы, но это вообще, в принципе, для школы, для того, чтобы ходить на дополнительные занятия, потому что когда сын ходит на дополнительные занятия, я его забираю аж 4 часа. Вот, чипсы, как всегда, тоже муж это, как всегда, у меня, и я еще взяла вот такие были на распродаже макарошки, вот такие хорошо в суп куриный, и обычно еще вот такие спиральки взяла. Так, дальше у меня здесь овощи, фрукты, давайте фрукты начнем, это упаковка мандарины, здесь также у меня груши конференц. Потом взяла, девочки, попробовать вот такую сливу желтую по 190, но она, по-моему, даже подешевле в чеке должна быть. Вот, ну не знаю, будет вкусная или нет, но решила взять. Киви были со скидкой, тоже набрала я. И вот такой виноград зеленый по 169 рублей, тоже такой неплохой. Так, из овощей взяла капусту, новый урожай, как раз хорошо на салатике, она такая... Отлично. Здесь у меня аж 4 огурца. Огурцы и помидоры у меня брал муж. Я уже не стала ему там говорить. Я, в общем, в фруктах была. Он пошел в овощи у меня. Поэтому я про бакинские и все остальное не стала ему ничего говорить. Потому что знаю, что он будет нервничать, в общем. Томаты сливовидные вот такие он у меня взял. И здесь у меня лежит еще лук. Лук на развес, вот этот эконом, пропал в ленте. Очень странно, сколько я ездила, первый раз такой, чтобы я приехала, и не было вот этого на развес лук эконом. И я взяла еще картошку, новый урожай. Я ее уже покупала, она вкусная очень. Я ее как раз для запекания в духовке. Картофельное пюре просто обалденное. 60 рублей, но я могу сказать, что она стоит того. Действительно, очень хорошая картошка. То есть не на суп, а вот запечь в духовочке, сделать картошку по-деревенски. Вообще супер. Так, девочки, смотрю, здесь забыла вам показать еще вот такие пепперони. У меня тут остались, забыла вытащить. Извиняюсь. И еще наполнитель для кошачьего туалета. Мой кот ходит только в такой. Я бы с удовольствием ему какой-нибудь комкующийся, чтобы не пахло. Но у меня вот такая вредина рыжая. Все купили, моя хорошая? Все купили, да? Маленькая собачка к ней пристает, да? Пристает она к тебе? Ой, ты ее боится, да? Ну ничего, они уже подружились, молодцы. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас покажу чек.